зачем мы туда прилетели? С требованием, чтобы к нам обратились перевозчики с жалобой на начальника транспортной инспекции Здоровца. И наша была функция, чтобы Здоровец написал увольнение, назначил исполняющим обязанности начальника инспекции. И был создан конкурсный комитет при облдержавной администрации для замещения на всей вакантной посады кандидатур, чтобы затверживаться в Киеве, в Киевской, в Всеукраинской транспортной инспекции. А в чем суть жалобы была от перевозчика? Ну, жалоб предвзятое отношение к некоторым транспортным перевозчикам. Плюс человек, его заместитель, был пойман на взятке. И это пытается всяческим образом скрыть. Никакого служебного расследования в Николаевской транспортной инспекции не назначить. Человек просто написал заявление и уволился. Это речь идет о ком? О Лахтионове? Нет, Лахтионов это был до того, Чернов. То есть уже после Лахтионова еще один заместитель был задержан? На взятке. Есть видео, наш пресс-секретарь бросит вам видео скрытой камеры, как все происходило на международном автовокзале. А как давно это было? Ну там видео снималось на протяжении нескольких дней, там и ноябрь месяц 2013 года. Ноябрь 2013 года? Ноябрь, там разные, да. Ну нет, задержан он не был, просто вся факт, это видео, это не я фиксировал. Это видео появилось на прошлой неделе, и никто никаким образом не отреагировал на данную ситуацию. К Здоровцу есть масса вопросов, то, что идет предвзятое отношение к перевозчикам, к определенным перевозчикам, защищаются интересы определенных перевозчиков, опять же. То есть нету прозрачности выполнения своих служебных обязанностей, транспортной инспекции, в частности, Здоровцом. Скажите, а вы не допускаете, что возможно такая ситуация, что просто вашими руками пытаются убрать неудобного начальника транспортной инспекции? Мы ни с кем не договаривались о том, чтобы убирать начальника транспортной инспекции. Мы говорим о том, что мы против того, как сейчас происходят дела в транспортной инспекции в первую очередь. Сейчас. Будет еще следующая акция наша. То есть то, что сейчас происходит, ничего не меняется. Мы против этого. Мы взяли тайм-аут после того, как мы сказали правоохранным органам, государственным структурам. Мы хотим видеть, что у нас идут изменения. Изменений нету. Вот наше это первое, это не последнее далеко. Это первая наша акция, где мы требуем, чтобы был наведен порядок. И не просто заменен человек кем-то на кого-то, а чтобы поменялись условия и правила игры. Вот наше требование. А нашими руками мы ни с кем не разговаривали, нас никто не просил. О том, чтобы, я имею в виду, из государственных там, или каких-то политических сил, которые сейчас находятся при власти, чтобы сместили, к примеру, Здоровца. Вы меня неправильно поняли. Может идти речь о том, что просто перевозчики могут использовать вас в чем? Сказать, нет, вот такой, мы такой плохой. Прекрасно, мы прекрасно, него, прекрасно владеем ситуацией во всех, что происходит в транспортной инспекции. Ну и вы все добились вопросы своего? Сегодня? Да. Я разговаривал с заместителем начальника Киевской транспортной инспекции. Здоровец написал заявление, завтра он вызывается в Киев. Заявление на увольнение. На увольнение. На увольнение. Завтра он будет в Киеве. Спасибо. А сколько вас было? Сколько я не считал, там были и перевозчики.